Всем привет, меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра. В сегодняшнем видео, как вы уже могли понять по названию, я вам буду показывать свои покупки одежды на весну. Все покупки, которые я вам покажу сегодня, я совершила в магазине H&M онлайн. То есть, так как я болела, и если вы следите за мной в Instagram, то вы знаете, потому что я там постила информацию о том, что я болела, поэтому какое-то время видео не выходили. Так что обязательно подписывайтесь на мой Instagram, если вы хотите быть в курсе всех событий, которые со мной происходят, потому что, конечно, когда я болела, написать пост я могу, а видео сделать уже у меня не получилось. Так что если сегодня вы будете слышать, что я разговариваю как-то странно, в нос, или что у меня хриплый голос, это потому что у меня еще идут такие осадочные явления. В общем, хотела это сразу сказать, потому что я знаю, что некоторых там немножко подбешивает, когда кто-то говорит в нос и так далее и тому подобное. В общем, да, так как я болела, я не могла, соответственно, ходить по магазинам, дома лечилась, но решила прикупить себе одежды онлайн. Вы знаете, я раньше была ярой противницей вообще покупок онлайн, мне многие спрашивали, девчонки в том же самом Instagram, покупали я одежду в интернете, я говорила, что нет, потому что я люблю все пощупать, потрогать, померить, и только тогда уже покупать. Но вы знаете, есть такие моменты, вот как у меня был, да, когда я заболела, когда ты просто физически не можешь пойти в магазин, ничего примерить, ну или еще там какие-то разные, там у кого-то времени нет, да, действительно, просто там работа, дети, дом и так далее. Просто нет времени ходить по магазину, потому что на самом деле ходить по магазинам и покупать одежду – это реально работа. В общем, сегодня я вам покажу все покупки, которые я совершила в онлайн-магазине H&M. И буду показывать, как они смотрятся на мне. То есть, если вам интересно это посмотреть, то, конечно, оставайтесь и поехали. В общем, я решила это видео сделать немножечко другого формата. Кое-какие покупки, которые я совершила, буквально мне пришли недавно, и я еще не успела их распаковать. То есть, буду распаковывать вместе с вами. У меня вот такие вот маникюрные ножнички. И посмотрим, что же это за вещи такие. А также, кстати, я попробую найти ссылки. Дело в том, что у H&M, я заметила такая тенденция, у них очень часто меняется ассортимент, и поэтому часто бывает так, что если вы там вещь купили на прошлой неделе, через неделю ее уже нет в наличии, поэтому я постараюсь оставить ссылочки на то, что я купила, чтобы вы могли посмотреть или, может быть, купить что-то из этого. Также постараюсь найти фотографии, как это все выглядит на модели. В общем, заказала я себе вот такую вот блузку, такую вот блузку с, как это, полка дат, да, ну, с кружочками. В принципе, в этом сезоне это достаточно модно, достаточно трендово. Мне очень нравится. Обязательно включу сюда клип, как это будет смотреться на мне. Так, смотрю состав. 60% вискоза, 40% лен. Очень классная, современная, такая, знаете, свободная. Мне кажется, что будет смотреться очень круто. Ну вот даже так я смотрю, прикладываю к себе, вроде выглядит неплохо. И для фото, и для видео, и просто ходить в обычной жизни на весну и на лето, мне кажется, это отличный вариант. Так, следующее, это вот такая вот плиссированная юбка. Очень красивого такого нежно-мятного цвета. Вы знаете, я просто когда увидела на сайте эту юбку, мне безумно она понравилась, потому что мне понравился очень цвет, и вообще плиссированные юбки в этом сезоне очень модные, они очень в тренде. Я люблю юбки, я люблю романтический стиль, цвет действительно очень красивый. Главное, как вы сами понимаете, это чтобы он хорошо смотрелся не только вне меня, но также и на мне. Но очень мне понравилось, и на камере очень хорошо передается цвет, то есть именно четко, точно так же, как в жизни, то есть точно так же, да, ну точно так же, как в жизни, так же и на камере. Очень классная юбка, вы знаете, она такая универсальная, с ней можно сочетать, в принципе, абсолютно любой аутфит, и даже вот эта вот блузка с кружочками, мне кажется, будет сочетаться просто превосходно, потому что это вроде простенький, а вроде такой вот акцент интересный. Так, вот такая вот красивая блузочка цвета хаки.
Очень, по-моему, она красивая. Вы знаете, у них эти блузочки там представлены у них в различных цветах. По-моему, там чуть ли не 5 или 6 разных цветов. Ну, опять-таки, посмотрю, если будет картинка, обязательно вставлю на экран вам. Мне этот цвет очень нравится, потому что мне он подходит. Это такой, знаете, вот именно такой грязно-зеленый цвет, цвет хаки, очень хорошо подходит мне к цветотипу, очень хорошо подходит мне к глазам. Кстати, был вопрос под моим крайним видео предыдущим, где я обмолвилась про свои цветотипы, и многих, ну, некоторых девчонок это ввело в заблуждение, потому что я говорю постоянно, что у меня холодный цветотип, и девчонки говорили, да нет, у тебя не холодный. У меня, девочки, действительно холодный цветотип, я зима по цветотипу, так, чтобы сразу отбросить все какие-то сомнения. В общем, эта блузка мне понравилась, потому что она тоже универсальная, она и casual, ее можно надеть куда-то и в офис, и на каждый день, и, в принципе, действительно, цвет очень классный, потому что я очень много и часто обращаю внимание именно на цвет. Вот такая вот футболочка, написано на ней Life is a journey, жизнь — это путешествие, мне очень нравится такой посыл. Вы знаете, это такая базовая футболочка, которая, я считаю, должна быть обязательно в гардеробе у любого человека, мужчины или женщины, потому что это не беспроигрышный вариант, вот. Извините, что я шмыгаю, но в этом сезоне очень модно именно футболочки с какими-то надписями, такими, знаете, броскими, даже не очень броскими, но чтобы вот что-то было написано. И мне иногда действительно важно, что на ней написано, иногда не важно, иногда там может быть всякие, знаете, какие-то непонятные зикагулины, если мне нравится, как это смотрится, то почему бы и нет. Но мне действительно очень понравилась эта футболочка, это такой чистый белый цвет, который мне тоже очень подходит, и опять-таки эту футболочку, естественно, можно сочетать абсолютно с любыми вещами, ее можно сочетать с джинсами, с юбками, с платьями, хотела сказать. Ну, может быть, даже, знаете, не с платьями, а с такими, как комбинезонами. Если у вас есть, можно под низ одеть, всегда будет смотреться очень хорошо. И у меня вот таких вот базовых вещей, черных маечек, белых маечек, достаточно, потому что всегда, когда я не знаю, что мне надеть, я просто выбираю самый простой вариант, это вот белая футболка и джинсы, и вот просто смотрится на ура. Вот такая вот интересная футболка. Мне она очень понравилась своим каким-то вот необычным дизайном, да, вроде это обычная майка, но вот этот бантик не спереди, то есть наоборот, не сзади, а спереди, придает интерес, а также вот такие вот три полоски на рукавах. Единственное, что мне не очень нравится, вот я сейчас смотрю, этот цвет не такой белый, как вот эта предыдущая футболка, которую я вам показывала. Давайте я вам ее вот так вот приложу. Я думаю, что будет на камере видно. Хотя, знаете, на камере, по-моему, не видно. Но, в общем, эта футболка, которая вот предыдущая, она более такая и сине-белая, а эта немножко более кремовая. Но, в принципе, не знаю, неплохая, ее можно тоже сочетать с джинсами, мне кажется, самый такой классный вариант будет ее сочетать с Mom Jeans, потому что Mom Jeans это вообще, если вы смотрите мой канал, то вы знаете, что я это просто обожаю. Так, дальше я вам хочу показать аксессуар, вот такая вот сумка, которую я уже выставляла тоже в Instagram, делала отдельный пост, написала, сколько она стоит и так далее. В общем, это премиум коллекция H&M. Я, в принципе, вообще не знала, что у них есть премиум коллекция. Я так понимаю, что это коллекция более высокого класса, то есть там используются более качественные материалы и более качественная работа, соответственно, они также более дорого и стоят. В общем, эта сумка сделана из натуральной кожи и замши, и стоила она 79 евро. Мне она действительно очень понравилась, потому что я давно искала себе сумку, которую можно будет носить через плечо, также ее можно носить вот так вот, просто в руке. В общем, давно искала сумку себе через плечо, в которую бы влезла моя камера, мой маленький вот такой вот у меня есть треножка такая, да, на которой я снимаю влоги, если я снимаю влоги, чтобы туда влезала расческа, там какая-то косметика, потому что все мои предыдущие сумки, они тоже были через плечо, так как это мой самый любимый формат, но в них мало что влезало, и поэтому приходилось постоянно мне ходить с какими-то пакетами, в руках что-то таскать, в куртку, в карманы что-то засовывать,
засовывать. В общем, это дико неудобно. Но, в общем, я решила купить такую сумку. Она очень красивая, на мой взгляд, потому что такой цвет верблюда, camel, цвет верблюда, очень тоже популярен в этом сезоне, весна-лето. И, знаете, он подойдет абсолютно к любому тоже аутфиту. Так что давайте я вам покажу, как внутри. Внутри вот такая вот, я даже не вытаскивала еще бумажку, как видите. Отделение на молнии тоже, что мне очень понравилось, потому что мне не нравится, когда просто болтается, и там сразу все можно достать, потому что это неудобно и также не очень безопасно. А так, в принципе, тут все закрывается на молнии. Внутри есть еще кармашек, куда можно положить там мобильный телефон, тоже на молнии, на маленькой. В общем, я не вытаскиваю отсюда бумажку, чтобы она держала форму, потому что я пока что вот, ну, пока болела, не выходила на улицу. Очень классная сумка, поэтому я очень рекомендую присмотреться именно к премии коллекции H&M. У них там есть и кожаная обувь, у них там есть очень интересные модели, именно необычные модели, которые в обычных коллекциях не представлены. Так что я очень и очень, я, наверное, вот это слово «очень» в этом видео буду использовать чаще всего. Ну, простите меня за это. Дальше я вам покажу вещи, которые я заказывала немножко раньше, чем вот этот вот заказ, который я вам только что продемонстрировала. И если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы могли уже какие-то из этих вещей наблюдать на мне. Вот, первым, что я вам покажу, это вот такая вот классная рубашка. Вы могли ее видеть на мне как раз-таки в видео. Мне она очень понравилась. И вот эта вот полоска красно-белая в этом сезоне, это просто пик. Пик популярности. Мне бы хотелось немножечко, чтобы эта полоска была пошире, потому что именно такая более широкая полоска, она еще более модна. Вот, но и тоненькая полоска тоже сойдет. И вот вы видите, красный, я раньше была такой ярой противницей красного цвета, практически ничего красного у меня не было, но мода меняется, вкусы меняются, и красный красному тоже рознь. Поэтому самое главное — это не противиться цвету, а подобрать выигрышный для вас оттенок. Вот, в общем, такие рубашки — это тоже пик популярности. Я специально себе взяла такую большую, огромную размахайку, оверсайз, потому что именно такие вещи, вообще оверсайз, то есть вещи, которые как бы вам большие в этом сезоне, да и в прошлом сезоне, я думаю, еще несколько сезонов будет держаться, они на пике популярности. Мне, конечно, меня это не может не радовать, потому что в таких вещах всегда удобно, комфортно, свободно, ничто тебя нигде не стягивает, и ты себя чувствуешь просто на все 100. В общем, очень классная рубашка, дышащая и классно сделано тоже, очень хорошее качество, такой плотный материал, то есть вот на весну с куртежкой, с какой-нибудь джинсовочкой, и на лето. Вообще супер. Дальше я вам покажу вот такое вот классное платье, которое тоже я покупала онлайн в магазине H&M. И те, кто смотрел одно из моих предыдущих видео, вы могли его видеть. И многие меня спрашивали, что же это за блузка. Потому что, естественно, я сижу не в полный рост. То есть многие могли подумать, что это действительно блузка, так как верх очень даже похож на блузку. В Instagram я вам объясняла, что это. И тоже приводила ссылочки, говорила, сколько оно стоит. По-моему, оно стоило 49 евро, если я не ошибаюсь. Безумно красивое платье, очень популярный вот этот цвет сезона весна-лето, такой нежно-нежно припыленно грязно-дымчато розовый. Это как раз тот холодный оттенок, который мне очень подходит. Платье безумной красоты, на мой взгляд. Также у него к низу имеется такая плиссированная вставка, что придает ему такой вот интересности. Причем это плиссированная вставка только с одной стороны. Вот. Так как мы уже с вами поняли, что плиссе — это тоже тренд сезона, то, мне кажется, такая вставка тоже придает чего-то такого интересного. В общем, платье очень красивое, я буду с удовольствием его носить летом и теплой весной, потому что я его просто обожаю. Ну и последняя вещь, которую я вам хочу показать, это вот такой вот свитер, джемпер, тоже большой, мохнатый, теплый, оверсайз. Вы знаете, у нас конец февраля, да и вообще весь февраль и начало марта выдалось очень даже зимними, не по весенне, холодными. Было даже минус 15, даже ночью, по-моему, минус 20, все заснежено, до сих пор у нас еще лежит снег. Хотя уже потеплело, слава богу, потому что у меня уже вовсю весеннее настроение. В общем, да, такой вот классный свитер, который я могу носить с какими-нибудь леггинсами, потому что он прикрывает попу, в нем тепло. И вы знаете, и весной, и летом у нас есть такие дни, когда настолько холодно, что без свитера тебе тоже никуда. Он также большой, оверсайз, у него очень большой
вырез здесь такой V-образный, поэтому я, наверное, скорее всего, буду его носить не на голое тело, а на какую-то, может быть, даже рубашку, чтобы рубашка очень так вот элегантно, красиво выступала из этого свитера, и выглядит, мне кажется, такой вот образ очень даже стильно и модно. В общем, это было все, что я хотела вам показать. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Если так, пожалуйста, не поскупитесь, поставьте мне пальчик вверх. Я для вас стараюсь, снимаю. И мне будет действительно очень приятно, если вы как-то отреагируете. То есть, если вам понравилось, поддержите меня. Не понравилось, точно так же поставьте дизлайк. Тогда я буду знать, что вам, допустим, такие видео не очень нравятся. Или наоборот, очень нравятся. Также комментируйте, что вы думаете по поводу моих приобретений. Пишите, какая из покупок понравилось вам больше всего. Мне будет очень интересно. Что же у меня в конце видео, не могу ничего сформулировать. Очень будет интересно почитать. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Я буду очень рада вас здесь видеть. Подписывайтесь, конечно же, на мой инстаграм, потому что я там вас тоже буду очень рада видеть. И спасибо большое, что вы посмотрели это видео. И как обычно, я вам хочу пожелать, конечно же, отличного дня и прекрасного настроения. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока!